2 февраля в Москве состоялось рабочее совещание по программе модернизации здравоохранения, в работе которого приняли участие 10 субъектов страны, в том числе Оренбургская область. В основном речь шла о согласовании финансовых составляющих региональных проектов, о зарплате медиков. Оренбуржье представляли вице-губернатор по вопросам социальной политики Павел Самсонов и министр здравоохранения Сергей Жуков. В результате диалога, в результате совещания пришли к мнению, что необходимо какие-то моменты во всех программах всех субъектов федерации детализировать, какие-то акценты расставить дополнительные. Дали задание. 21 февраля будет заседание правительства Российской Федерации, на котором будет, по сути дела, принято решение, мы так предполагаем, где окончательно будет утверждено, что программа, вот этот проект, вступает в силу, и тогда уже мы можем говорить официально и доводить определенные цифры конкретно до лечебных учреждений, до глав муниципальных образований, главных врачей.